Новости в эфире информационного канала Севастополя, в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Подводя итоги, депутаты законодательного собрания выразили недоверие первому заместителю губернатора Севастополя Алексею Еремееву. За Родину. Комитет Госдумы по культуре пообещал помочь с ремонтом кинотеатра «Родина». Наука начинается с детства. Учащихся Малой академии наук наградили за исследовательскую и творческую деятельность. Выбирая спорт, ты выбираешь жизнь. В Севастополе стартовал турнир по футболу, посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией. Законодательное собрание сегодня на сессии выразило недоверие первому заместителю губернатора Севастополя Алексею Еремееву. Данный пункт в общее постановление о признании работы правительства неудовлетворительной внес спикер законодательного собрания Алексей Чалый. За это решение проголосовали 14 из 24 депутатов, присутствующих в зале. За вот эти ключевые блоки в правительстве отвечает заместитель губернатора по финансам и экономике Еремеев Алексей Александрович. Я сам был одним из тех 18 депутатов, которые проголосовали за Еремеева Алексея Александровича, если не ошибаюсь, мне память не изменяет, в январе сего года. Подкупала его хорошая биография, связанная с тем, что он был министром финансов Московской области. Ну и, честно говоря, казалось, что человек на этой нише должен состояться. Однако на него нагрузили полномочия, которые, с моей точки зрения, он не в состоянии исполнять. Экономического ни образования, ни понимания вообще, что происходит в экономике, с моей точки зрения, у него нет. О том, что это будет проблема, я предупреждал частности губернатора города в октябре прошлого года. Меня не послушали. Ну, сегодня, с моей точки зрения, мы имеем просто провал в экономике. Реально мы не занимаемся, как я сказал, развитием экономическим, мы имитируем его. Ни в одном из обозначенных ключевых направлений деятельности Алексей Александрович не достиг, с моей точки зрения, успехов. Хуже того, преуспел он, с моей точки зрения, только в интриганстве. Если этот человек останется работать в правительстве, нас всегда будут ждать новые неожиданности в виде большого количества неизвестных, случайно всплываемых инвест-контрактов, неожиданных выделений земли, неожиданных финансовых результатов работы ГУП и тому подобное. Сейчас, в частности, проталкивается активно закон о выделении земли без конкурса, без видимых на то оснований. Ни одного нормального резидента, которому бы это было страшно нужно, не представляется. Думаю, что это продолжение этой самой политики. Я выражаю лично недоверие Еремееву Алексею Александровичу и прошу депутатов поддержать меня в этом. Считаю, что если мы этот шаг не совершим, правительство у нас нормально работать не начнет. Объявляется процедура голосования, для принятия решения достаточно 13 голосов. За 14, против 5, воздержались 3, не голосовали 2. Решение принято. Уже шла процедура голосования, орать как бы в этот момент не нужно. В разделе «Разное» я вам дам слово. Так, слушайте, 3 поправки приняты. Объявляется процедура голосования за проект постановления в целом. Для принятия решения достаточно 13 голосов. В знак протеста группа из 6 депутатов во главе с юристом Борисом Колесниковым, считающая, что решение принято с нарушением регламента, покинула пленарное заседание. В постановлении о призвании неудовлетворительными результаты работы правительства в части разработки и исполнения госпрограммы развития промышленности на 2015-2020 годы отмечены следующие пункты. Недостаточными признаны меры по направлению радиоэлектронная промышленность и приборостроение, обеспечение благоприятного инвестиционного климата в городе, организации и реализации бюджетного процесса в целях обеспечения населения Севастополя мерами социальной поддержки, формирования устойчивой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Пост председателя контрольно-счетной палаты Севастополя вакантен. Назначенный в феврале этого года Денис Костышин подал заявление на увольнение. Сегодня на сессии законодательного собрания депутатский корпус утвердил решение об освобождении его от должности председателя контрольно-счетной палаты. Заявление Дмитрия Юрьевича было рассмотрено на заседании комиссии по бюджету. Комиссия поддержала данное заявление. Вот. Я разговаривал с Денисом Юрьевичем,
Он сказал, что не хотел бы комментировать свое заявление и просит рассмотреть его в его отсутствие. Решение депутатский корпус поддержал единогласно, правда, в отсутствии 6 депутатов. Напомним, группа во главе с юристом Борисом Колесниковым покинула сессионный зал в знак протеста с принятием предыдущего решения. Признание работы правительства неудовлетворительной и выражение недоверия первому заместителю губернатора Алексею Еремееву. Вопрос с утверждением уполномоченного по правам ребенка в Севастополе сегодня снят с повестки дня пленарного заседания законодательного собрания. В настоящее время сложился юридический казус. Должность уже занята. Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе правительством в прошлом году была назначена Людмила Грицко. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло пояснил, необходимость возникла прошлым летом, однако депутатский корпус в переходный период не успевал принять соответствующий закон. Была необходимость назначить кандидатуру уполномоченного по правам человека. Она была согласована и предложена соответствующим руководителям у нас в России. Он тут сюда приезжал дважды. Поэтому, я думаю, на тот момент законодательной базы для этого не было. Предыдущее законодательное собрание, мы этот закон не вносили, не успевали вносить. Поэтому вот такой казус и произошел. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по культуре провел выездное заседание в стенах правительства Севастополя. Делегацию возглавил председатель комитета, кинорежиссер, сценарист Станислав Говорухин. Вместе с ним в город прибыли его заместители. Цель приезда – обсудить с местными специалистами вопрос охраны культурного наследия. Почетных гостей приветствовал губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Вы те люди, которые сделали для России, не только для искусства, но вообще для России очень многое. Поэтому для нас большая честь. Севастополь, он не только город легендарной славы героической, но в том числе Севастополь это и культурный центр здесь. На память о себе делегация оставила Севастополю подарок. Гости отметили, вместе с двумя новыми субъектами федерации, Россия получила десятки архитектурных памятников. И их сохранность сейчас задача властей всех уровней. Для этого разрабатываются законы и методички. С проблемой реставрации объекта культурного наследия к гостям обратились представители «Севастополь-кино». Речь шла о кинотеатре «Родина». Здание, расположенное на Балаклавской набережной, построено в 1907 году и нуждается в капитальном ремонте. Мы подавали федеральную целевую программу 2020, заявку на включение его в федеральную целевую программу с целью его реставрации и реконструкции. Нас сначала вроде как включили, потом сокращали программу и исключили. Поэтому просьба все-таки, чтобы нас там оставили, ну вот этот объект конкретно, да. И хотелось бы, конечно, чтобы мы его восстановили. Он очень в удачном месте расположен, на мой взгляд, для Севастополя. Вот приезжал, победили вместе, так прямо, ну вот Рузин говорит, ну нам в Балаклаве что-то надо проводить. Если этот объект включен в перечень федерального значения, то федерация имеет право расходовать деньги. Наш закон, он называется бюджетный кодекс. Он говорит, что собственник несет бремя содержания своей собственности, в том числе и реставрацию, и все. Мы можем только помогать по целому ряду программ, как бы участвовать, то есть софинансировать. Это нужно вот искать, какую программу вас включить. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже в районе пляжа «Солнечный». Ими оказались два жителя Севастополя, 15 и 36 лет. Один из них ранее уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Севастополю, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сотрудники полиции призывают севастопольцев и гостей города заботиться о собственной безопасности и по возможности не брать с собой на пляж ценные вещи и крупные суммы денег. 16 учащихся Севастопольской малой академии наук получили награды за особые достижения в области науки, исследовательской и творческой деятельности.
отметили также родители, кураторов и преподавателей лауреатов. В этом году школьники стали победителями во всероссийских и международных конкурсах в Корее, Малайзии и Китае. Победы, я не могу сказать, в каком-то одном направлении, практически во всех направлениях обучения детей в нашем учреждении. Это и компьютерные технологии, это и химия, биология, психология, математика, физика, прикладные науки. По всему спектру английские языки, вот, и русский язык, литература. По всем направлениям есть победы, есть достижения, есть большое желание участвовать и представлять город на всех уровнях. В Малой академии наук сегодня обучается почти 2000 школьников на физико-математическом, химико-биологическом и общественно-гуманитарном отделениях. Они все чаще представляют свои разработки на выставках в сфере медицины, защиты окружающей среды, биофизики, журналистики и других областях. К примеру, в секции химии разрабатывают проекты по созданию лечебных профилактических препаратов. Уже несколько лет учащиеся трудятся над созданием лекарства против рака на основе морских водорослей. Проект посвящен получению химических препаратов, и его основное свойство – это лечение, профилактика раковых клеток, то есть, дефицит йода и так далее. И также он полон витаминов. То есть, как профилактическое средство, он уже себя запатентовал. Красота и культура женского тела как источник вдохновения. Сегодня впервые в Союзе художников севастопольские мастера представили работы в стиле ню. Около 40 картин, написанных в разных техниках и стилях, от строгой сдержанности до ироничной игривости, объединяет только тематика. Женщина здесь представлена как источник творческих переживаний и объект познания пластических форм для художников. К слову, в выставке участвовали мастера от 20 до 85 лет. Выставка в Севастопольском союзе художников продлится до середины июля. Посетить ее можно бесплатно. Женщина двигает мужчин на подвиги, на победы и на достижения и в творчестве, и в науке, и в промышленности, где угодно. Благодаря женщинам мы такие, мы вот что-то делаем. Выбирая спорт, ты выбираешь жизнь. В Севастополе стартовал любительский турнир по футболу, приуроченный к Всемирному дню борьбы с наркоманией. В нашем городе мероприятие проходит впервые. В соревнованиях приняли участие 8 команд. Это люди, которые избавились от пагубных привычек и взглянули на мир по-новому. На протяжении 2 дней спортсмены будут бороться за Кубок чемпиона. Наградят победителей 26 июня на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка». Этот турнир вообще приурочен к акции, которая стартовала уже вчера, 23 июня по 26 июня, под названием «Севастополь без наркотиков». Вот. Ну, я думаю, что название само за себя говорит, так как 26 июня – это Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным ее оборотом. Участники этого футбольного турнира – это те люди, которые за здоровый образ жизни в первую очередь, и те, которые прошли сами какие-то агонии своей жизни. Кто-то что-то пробовал, кто-то в чем-то даже был зависим. И сегодня они это все бросили, они стали полноценными членами общества. Учащиеся Севастопольской станции юных техников готовятся к чемпионату Черноморского флота по спортивной радиопеленгации. Другими словами, охоте на лис. В игровой форме имитируются действия военных контрразведчиков – отыскать и обезвредить вражескую разведгруппу. При помощи карты, компаса и приемника участники соревнований должны найти 5 маячков. Приборы-радиопеленгаторы используются для определения специального сигнала. Цели устанавливают в лесу на расстоянии приблизительно 750 метров друг от друга. Главная задача – найти лис за наименьшее время. В подобных состязаниях могут принимать участие спортсмены в возрасте от 6 до 90 лет. Соревнования начнутся завтра в селе Верхнесадовое. Передатчики – это определенный маячок. Он передает сигналы нам на дистанции. Мы с помощью аппарата настраиваемся на определенную частоту, которую нам говорят на старте, и с помощью одеваем наушники на голову, настраиваемся, и там, где громче, туда и бежим. Определяем с помощью громкости, громче-тише делаем, и туда и бежим, там, где громче. Это мои самые замечательные увлеченные спортсмены, которые пришли ко мне кто откуда. И
В школе даже таких ребят хулиганами называют, но они у меня самые лучшие и даже призеры соревнований разного ранга – Украины, Европы, Крыма, городские. И на этом у меня все. До встречи в эфире.